Пойду пособираю ягоду, боярку. В этом году куст хорошо разросся у нас. Да и год такой урожайный получился на ягоду. Прям много ягодок. Весь куст усыпан. Я весной показывала, как цветет эта боярка. Рясные были цветочки. Столько же ягод много. Сейчас посмотрим. Смотрите, вся красная, вся усыпанная ягодами. Но куст вот так завалился на сторону, потому что от тяжести. Смотрите, что. Смотрите, какая красота. Кроваво-красный боярышник, как-то он так называется. Видите, сколько много ягодок. И вот каждый надо собрать. Так что вперед! Это черная рябина. Я тоже очень люблю эту ягоду. Она очень вкусная. У нас вот она растет. О, какая красивая. Нарвала почти ведерко. Ну, больше не могу, прям даже стоять. Заела мошкара меня. Время-то уже вечер. А днем здесь очень жарко. Видите, я прям нахожусь совсем в конце огорода. Сейчас пока здесь тенечек. Вот только можно и собирать в это время. Вот посмотрите, ягода растет вообще в конце огорода. Рядом нету даже домов никаких близко. А посмотрите, какие руки. Смотрите. Вот вам и ягода. Поэтому ягоду всегда надо мыть. Ой, какие-то комары, пчелы жужжат. Очень вкусно. Вот эту ягодку тоже люблю. Ее еще рановато рвать. Так, пошла я домой. Вон гусики наши ходят. Что-то четкости не вижу. Бежать надо, а то уже гонет пчелка. Больно будет. Толя баньку топит. Всех гусей накормили. По местам развели. Хотел сказать, расставили. Вот такой он сделал уже этот. Ну, не навесик, а к навесику уже. Правильно называется, я не знаю. В общем, вот это вот так вот, вот это и вот эти стойки поставил, стойки, и на крышу положил, ну, доски с уклоном. Осталось ему только туда положить металлический профиль.
Ну и потом вот эту вот боковую, стенку сделать. И вот тут калиточку. И будет хорошо. Хорошая террасочка такая. Ну или крылечко, или террасочка, как хотите так и называйте. Мои хорошие, наелись, напились, да? Угу. Они здесь ночуют у нас, на улице. Вон, какие хорошенькие мои. Так, ну что, пускайте меня. Стой, небось. Ой. А я пошла ягоду мыть и в сушилку ее складывать. Ну вот и очередной день подходит к концу. Почти все на местах. Гоша, это ты? Гоша у нас ходит по улице всю ночь. Он молодец, он никого не трогает, никого не обижает. Гоша, я не к вам. Вон Гоша впереди, а Матильда сзади. Вообще-то я пошла закрывать теплицу. Да. А, он сам зайдет. Он пошел уже. Они вдвоем так и ходят. Мои хорошие. А вот этих... Сейчас вот он попьет. Вон они. Идет принцесса с сыночком. Там инкубаторские ходят гуси у нас. Здесь инкубаторские. Они тоже всю ночь здесь ходят. Я пошла теплицу закрывать. К вечеру, смотрите, какая вода аж с пеной стала. Вчера был дождь, а сегодня жарище было невозможное. Вообще не понимаю, в этом году так жарит, так пекло такое на солнце. Невозможно. Какое-то, как сказать, неспокойное солнце, так скажем. Так как у меня куры бегали сегодня на улице. Я не полностью открыла теплицу. Вот так. Бегут, бегут мои красавцы. Вон сынок-то пошел сам. Видели? Вон они. Молодцы. А я хотела их загонять. Хороший урожай хрена в этом году. В теплице у меня уже пустоватенько делается, но огурцы растут еще и помидоры зреют прямо на корню. Сегодня я собрала, и я не знаю сколько, два, наверное, ведра помидор красных собрала. И самые крупные зеленые сняла. Ну вот все уже тут пустенько. Морковка растет, правда, неплохая морковка, но не самая большая выросла. Но все равно нормально. Перец тоже собирала уже, так что пока еще растет кое-что. Сейчас мы форточку на ночь откроем одну. Вот так. Так открываю, чтобы не задохнулись растения. Ну вот и все. Сейчас уже стало темняться рано. Все уже июнь, июль, август, сентябрь. Сентябрь, октябрь, ноябрь. А в декабре уже все. Самые короткие деньки будут. А потом снова будет
солнца много и хорошо. А сейчас вот уже как-то так мрачноватенько. Как только будет темно на улице, они успокаиваются, где-нибудь находят уголочек и сидят. А завтра будет новый день, и все будет сначала. А пока, всем пока.